Заман Хайрулсын ГРТ каналында хабарлар. Студияда чолышыр Марина Тапал. Илктан көлверменин баш темалары ичин. Он икинчи классларын башаранлары кечти дененмек күнлеринде бакалавр экзаменлерин чыкышларыны үйрөндүлөр. Метеорологлардын беклемеклерине көрө, Молдовада битки күндөрдө 30 градус сыжак болочок. Бул бетерге инсан зор дурумда болунур. Гагаузиянын Мария Марунеевич адына билим араштырмак меркези верди Гагаузиянын килиселерине гагауз дилинде чеверилмиш аязлуу юан алтын азлынын литургиясыны. Анатолий Карпов, анылмыш гроссмейстер, булунду комратакы шахматы ем шашки клубунда. Башладылар каблетме данышмаклары инсанлардан аңгылары парламент сечимнерде евде кенде сеслерини истерлар верме. Бунун үчүн хабарледи Гагаузиянын 36-жы сечим долайын башы. Бундан кайра о белгилейтен 2 сечим долайларын ерлери дейшилечек. Эки айырча бөлүмнөрүн ер болунмасы Гагаузияда дейшилечек. Лавгидер 10-жу айырча бөлүм үчүн аңгысы булунар Дина Камрата курумунда. 36-жы айырча наасатын башы Федор Гайдаржын лафларына көрө, июлун 11-инде сечимдер кечечек. Демирелин адына гимназия ушак башчысында булунучу 2 айырча бөлүмү. 10-й участок будет располагаться в спортивном зале, 11-й участок будет там же, в актовом зале, 7-й школы. Дейшилечек айырча бөлүмүн ери вулкаништеди. 23-чү айырча бөлүмүн айырчылары аңгылар сеслерине берердилер. Кумнук агро бөлүмүндө кечичикилер башка ире. Избирательный участок будет располагаться в художественной школе по улице Советской. Федор Гайдаржын лафларына көрө, кирес айын 27-сінде башладыла каблетме данышмаклары евде сес вермеси үчүн. Люди пожилого возраста, те, которые не смогут явиться в избирательный участок, имеют постоянное место прописки и проживания с 27 июня по 10 июля включительно 18:00, имеют право подавать заявление голосования по месту нахождения. Они могут просить об этом своих родственников или знакомых, или социального ассистента. Шиансура Гелерден Шмаклар. Гютердер Сафонза, они листелерда, юзутузики бинкиши. Федор Гайдаржы ургулады, они листелер асылы шиансурада хер бир инсан варынча гюрсін онлары. Сечим хазырламасы ичин гюзледичкілер ОБСЕ темсилчилері шинди айырча наасаты кечирер гюзледичлерин регистрациясыны. Сөйледи Федор Гайдаржы. Уже поздали часть конкурентов, это партия социалистов, блок партии коммунистов-социалистов, партия ШОР. Ожидаем и от других конкурентов. 10 günden sonra, июлун 11-инде Молдовада кечичек сечимдер девлетин парламентине. Онда пай алыр 23 политика куруму хем бир баамсыз кандидат. Вакытсыз парламент сечимдери Молдовада келен пазара кечирилечекер. Молдованын Меркез сечим комиссиясы аныты неже азырланмаклар кидер. Для участия в выборах 11 июля зарегистрированы 23 электоральных конкурента, 20 политических партий, 2 электоральных блока и 1 независимый кандидат. Исходя из данных Центрсберкома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчины и 835 женщины. Изначально Центрсберком утвердил приблизительную смету для организации и проведения досрочных парламентских выборов на сумму в 125 миллионов и передал ее на рассмотрение правительству. В результате было выделено 70 миллионов леев из резервного фонда. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы объявили, что для организации проведения 11 июля досрочных парламентских выборов не хватает еще 22 миллионов 400 тысяч леев. Для предотвращения распространения коронавируса в ходе выборов ЦИК обеспечит электоральные органы защитными средствами. Таким образом, предстоит распределить 28 тонн дезинфектантов, 200 тысяч пар перчаток, 30 тысяч защитных экранов, 6 тысяч защитных костюмов, свыше 1 миллиона 300 тысяч защитных масок, предназначенных как для электоральных чиновников, так и для избирателей. С 26 июня комиссия начала печатать бюллетени для голосования. Первые из них уже переданы Министерству иностранных дел и европейской интеграции и окружному электоральному совету номер 38 для передачи на избирательные участки за границей, сообщил глава
ЦИК Дарин Чимил. Всего в рамках досрочных парламентских выборов 11 июля откроют 2150 электоральных участков. Из них для избирателей, которые голосуют за границей, 150, а для граждан, проживающих на левом берегу Днестра в муниципии Бендеры и в некоторых населенных пунктах Каушанского района, 41 избирательный участок. Общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года – 3 282 288 человек. Оникинчи классларын башаранлары кечти динленмек күннеринде бакалавр экзаменлерин чыгышларыны үйрөндүлөр. Молдовада да үйрөнүүчүлөрүн 72% юсек ноталары кабилеттилер. Бу чыгышлар 4% зейде. Бакарак 2019 жылы. Варнинжи апма чыгыш аны пандемия хем онлайн үйрөнмек эңгел этмедилер экзаменлерин чыгышларыны. Тенинчи экзаменлери Гагаузиянын үйрөнүүчүлөрү бердилер. Сюжетимизде. Бакалавр экзаменлери гөстерерлер үйренечилерин билгилерине англарына онлар 12 йылын сүресинде кабилеттилер. 13-тан да лицеистлери адийни кабилетилмиш ноталар юнемле. Илк чыгышлара көрө Гагаузияда бакалавр экзаменлерине үйренечилерин 88% верди. Сон тесттери 538 ушак яздылар. Онларын арасындан 470 лицеист, 66 колледж студенттери хем 2 кечти йылдан калмыш үйренечи. Из общего количества 58 ребят со школ получила отрицательные оценки, 16 студентов получила отрицательные оценки. Онлары арасында 58 үйренечи хем 16 студент экзаменлери беремедилер. Ең прост румын дилинде экзамен яздылар. 40 прост нота. Инглиз дилинде 26. Математикада 21. Юбирлер бир түрлі прост. Неудовлетворительная оценка. Все остальные предметы такие единичные отрицательные оценки. Херлим юринеджи дилса кайыл кенде нотасынын юридичинин кайылын кабледиктен сора 48 саадын ичинде кенде ишине апелляцияя варниже версин. Ноталар ора кайын 4-дүндө белли олачыклар. Утром мы отвезли в Кишинев апелляционный центр 340 работ из автономии. То есть вот 340 работ будет пересмотрена. Апелляция меркезине Гагаузиядан 340 иш вердик. Чыгышлар автанын биткисинде белли олачыклар. Ениден бакма ишлери дилса депрост ноталарына ушаклар вердилер, ама теонлар да ким 9-10 нота истерлер. Можно пересмотреть некоторые задания, повысить оценку и получить десятку. Мы на это, на такие результаты тоже надеемся. Гагаузиянын лицейлерин арасындан саде 3 ушак кепси экзаменлер вердилер. Үйренечилер Комрат Касабасынын Гаврил Гайдарджынын адына лицейинден, Чокмайдан хем Рускисилия күйлерин үйретим курумнарындан. Лазым нышаннама Ани Молдовада ноталары 8-ден 10-дан 948 башаран вердилер. Гагаузияда да үйсек ноталары ушаклар экзаменлер вердилер. У нас есть 22 десятки по гагаузскому. Бизде 22 10 нота гагауз тилинде, 18 түрк тилинде, 13 ябанчы тилдерде. Плюс бизде ушаклар англары сербест экзаменлерден барды. Химияи исле вердилер. Математикаи 6-10 нота бар. Тарих дерсинде 9 ең юсек нота. 9 десяток. Орак айын 19-дан 26-сынадын табир сессия кечежекте ушаклар адийине англары экзаменлери беремедилер. 13-тан да битки чыгышлар бакалавр экзаменлерине көрө орак айын биткисинадын олачыклар. Марина Топал, Татьяна Казаку, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ хабарлар. Шиндеки заман автономияда 8000 яшаян ашыланды. Ама бу аз сайы дургутма дени коронавирусу. Хабарледе Комрат Касабасынын жүмня саалы кормак меркезин башы Иван Хаста. Автономия дачиндеки вакыда коронавируслан хасталарын дурумы услуну таланыр. Бүтүн регионда хер гүн кишар олай сайя койлыр. Сүлер комрадын саалы кормак меркезин башы Иван Хаста. Есть большая вероятность и опасность завоза суда нашу страну, если это уже не произошло. Вар бүйүк коркунчулук аны Молдова, Индия штаммыны варынча кетирсиңер. Русияда артыгы бар. Инсан ашыланмыр, онун үчүн коркунчулук бар. Какой скачок резкий произошел. И связано это, на мой взгляд, прежде всего с тем, что население все-таки России очень пассивно относится к вопросу вакцинации. Тек чыгыш бар улан дурумдан вакцинация койдурма чизгиледи Иван Хаста. Это единственная на сегодняшний день возможность уберечь себя
от заражения. Бүнкү күнө тек колайлык вируслан улашмама, гигиена элязын бакма, маскалары ташыма, хем чоклук инсанын ичине кирмеме. Когда люди заражаются и после вакцинации, это, ну не скажем, что это нормально, но это допускается в связи с тем, что эффективность наших вакцин, к сожалению, колеблется где-то от 90 до 95%. Гагаузияда ашыламак япылыр хепси вар улан салык меркезлеринде. Молдовая COVID-19 хасталыгынан якын 1 миллион вакцина дозасы келди. Оларын зейдеси AstraZeneca, бар Sputnik V, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, онар кулланылдылар. Ашыланманын чекетмесинде 700 000 доза коюлду. 12,5%тан зейдеси саде бир сыра коюлду. 7,63% эки дозанын коюлмасы болду. Вакцинанын коюмасындан пайдаланган хасталыклар 1425 олайда белгилүү эдилди. Ондордон 93% илин кечирдилер, саде баш, ет ачысы, бүгүүдө янгыны, юфкаламак барды. Молдовада ашыламак компаниясы мардын икисинде чекетти. Девлетте эпидемиянын чекетмесинден коронавируслан 256669 инсан улашты. Светлана Димитрогла, Елена Радкогла, Сергей Георгиев, Алексей Герчук, ГРТ Хаберлер. Язын елк айы ішінден башарланыр. Илэрі та икі сыжак яз айы яшайынлары беклер. Метеорологларын беклемеклеріне гөре Молдовада битки гүнлерде 30 градус сыжак олажек. Яамур бекленілмер. Не япсын инсаннар ки бүйк температуралар зарар кетермесінер онарын салыкларына. Бізім илэрки сюжетімізда. Битки гүннар Молдовада пек сыжак хем юсек атмосфера баскысы. Гүндүз солун температурасы 33 градуса кадар етишер, гежа 20 градус сыжак олыр. Бұй үзере инсан лазым баксын кими куралары хем таас вакыт гүнешта болынсын. Бян сабайлендан башлырым 2 шар стакан су ичме, сонра да хеп бирас ичерим. Бүтүн гүнүн ичинде 2 литра су ичерим. Чыктым сабайлендан ачан таасирин ки дөнүм эркен кери. Бүгүн ичинден иштедим ауыл ичинде. Ачан сыжак, еф ичинде бир шей япырым. Ушаклары да дышар көлверемерис. Сади сабайлен ушак барчасына кетирерис. Авшамнен алырыс. Сонра чыкырыс бир саат 8-де дышары бир шей япырыс да укадар. Автономиян яшайынары сөйлерлер, ани уянырлар еркін сабайлен ауыл ичинде ишини япма дейне. Зере сора улыр пек сыжак. Кимиси касабанын паркында гөлгеде аскаунарда отырыр. Бу такым сыжактан корунер. Лично я с собой ношу бутылочку воды. Значит, в обязательном порядке. Это для каждого, чтобы нести пожилого человека. Бенде янымда хер заман бир шиша суу. Бу энемли хепси инсана. Яшлы инсанлар окадар да. Бундан кары, лазым савашма сыжакта чыкмама дышары. Ер лазым чыкма, сорушлары карарлама, савашма гөлгеде булунма. Но если даже вышли по каким-то медицинским вопросам, хлебным вопросам, продуктовым вопросам, то нужно стараться держаться где-то в тенечке, чтобы не перегреваться на солнце. Чок суй через химичерда был нер стасык. Китай лин сыжа даянма докторлар насат идерлер та чок су ичме хем булунмама чок вакыт дышарда саат 11-ден 18-ден. Чою инсанлар чыкаркан ивден алырлар кендисине бирер шиша су. Людмила Новак, Майя Садович, Евгений Мельник, ГРТ Хаберлер. Гагаузиянын Мария Марунович адына билим араштырмак меркези верде Гагаузиянын клиселерине гагауз дилинде чеверилмиш айозлу юан алтын азлынын литургиясыны. Алена Терзи Тадеринден. Айозлы Иоанн Алтын Азлының литургиясының гагауз диліне чевірмесі, хемте парланмасы пек өнемлі нежеклесе хизметчілеріне үләді ешайынлара дейіне. Бұке адын темеліне герде Иоанн Алтын Азлының литургиясы аңғысы Кишинев епаркиясында не замансы тепарландыйды. Литургияның гагауз диліне чевірмесінінен хем замандаш құраллара ойдырма Аклан Кагул, Комрат епархиясының узманлары хем білім араштырма меркезін узманлары бірлікте ішледілер. Гагаузский текст был подготовлен на кириллице. Гагауз текстлери кирилл графикасында япылдылар. Онлары уйдурдук замандаш дил стедиклерине гөре. Цитируем на действующие правила орфографии и пунктуации гагаузского языка.
Битки сыра литургия текстлери гагауз диліне чеверілдейділер, хемти парландейділер, ерменджа асерин чекетмесінде. Некогда біз чалыштык оны япма, біз гене битірамедік, ем таманамедік оны бітін. Ойзерчен чалышыс ілеж дорды, не таманамедік, таманама. Но уже инсан ішітчек чок дуаларына арасында кейінде ана дилінде о сөзлері нешіндеден инсан йоктор ішітті. Ben sana hem hani bu açık insanın yüreklerini da insan ağlatlayacak gelme o pahalı duaların arasına hem de işitmek yine ana dilinde gökteki babaya getiren bu sözleri. Айузлы Иоанн Алтын Азлының литургиясы гагауз дилінде 150 экземпляры верілді гагаузияның кілеселеріне, тай елі кият верілежіклер ябынжы девлетлерде болынан хем гагауз дилінде дуалары кечерен православ кілеселеріне. Алена Терзесіге Георгиев Евгений Мелін, ғараты хаберлер. Анатолий Карпов анылмыш спорт мастері Совет Берлиндән хем халкар арасы гроссмейстер бұлынды комратакы шахматы хем шашки клубында. Совет хем рус чемпиону кечерді бір кач партия комраттан үренеджелерлен. Анатолий Евгеньевич танышты Молдова Лантау Тусики Зелгейре. Ачан Совет Берлин Девлеті Молдова курды кенде шахматы клубыну. Узаманнар тада аларкан Берли Девлетлер клубу куртарды шахматистларын ортаклы хем аннашмасы. Чекшлари, чокшаквар, генчлер хем севеннер шахматалары. Халклар арасы чемпион кечерді бірден турнирлары хем бір сеанс ойынну 40 спортсменнан 27 тафтада. Хочу сказать, что на 2002 году, когда мы начинали, 2003 Молдавия входила, наверное, в число, я думаю, трех. 2003 жылда Молдова кирді топ-3 девлетлерін арасына англары келіштірерділер окуларда шахматылары. Шинде сауы кирді 10-ші варнасыл олсын 20-ші да сыралары. Өзері лазым уяндырма хавезлері да герчиклештірмә тайдерінден шахматылары Молдовадан. Мы были первыми, одними из первых здесь. Ну и шахматы популярны. Тарама анылмыш шахматисты саваштылар окулучылар. Ин күчүк Андрей 5 жашында сөйледен она таа зор, о кадар ки ярдымчысы бар. Мен бейнерим шахматылары, таа зор, ама бана ярдым эдер беним тренерим. Ксения Великоглу гагаузияна шахматы чемпиону нышанада анчекети үйренме бы спорду кетчә, таа 10 жашында, ама чалшер үйренме качырылмыш материаллары. Мен олдым гагаузияна чемпиону шахматыларда, 9-14 жашлар арасында, ама дургун мэрим өтө дору истерим чыкма халклар арасы урнады. Появляется из-за благодаря ему. Ну, меня научили играть в шахматы, мне это понравилось. Ну, начал я заниматься с 7-6 лет. Ну, я занимаюсь пару часов, ну, не знаю, час-два в день. Турниры Барабар Карповлан кечерді анылмыш гроссмейстер Молдовадан Виарел Балаган. Та 85-ші елда Кишневдекі шахматы клубында отарады чемпиону. Неверді она бүйке ардымы яшымакта. Хем хавези заанатланма шахматы илан. Бен он партияларында үйрендім, окудым он киядыны, кабуктан кабуа кадар үз тарамак партиясы. Үйрендім оны аздан, о бана ярдымжы олды яшманда да херерді. Анылмыш гроссмейстерінің келмесі Гагаузия бүйік бір сайгылы кеме өрнек олды геншілер әдейні. Нышанады Комрат Касабысының примары Сергей Анастасов. Нам даст, конечно, новый. Генчлер гөрдікчі Карповы херкезі істерлі шахматылын заанытланма. Оныңырда уянер хавейс. Прошли весь этот путь шахматный. И все хотят уже заниматься шахматом. Гагаузиян шашки шахматы клубы Герер Молдован шахматы федерациясының курулуш урында булынан бөлімнеріне. Бұрада үйренерлер үз ұшақтан зейді. Сыралар зейділенерлер ел-елдан нышанады Андрей Чешмеджи клубын башы. Мы всегда готовы стать подразделением. Біз хер заман қазырыз қатылма Молдован шахматы сыраларына аңғысы бірлештірежек ұспорды дегетімізді. Кегеделім доғыру елді. Жәрел Балаган бізім байрағымыз кебе. Ойлерлі бер бізім спортсменларымызы үйсек ұрларда. Халқылар арысыдан бөлінады. Граждан Республики Молдова. Здесь мы очень признательны властям Гагаузии, Камрата, района. Бисилерли дер шахматы спорны фикирлерне, гелиштиререз бу спорду генчлерин араларында. Бизде бар чок чемпионар. Англары танытылар бизим девлетимизде юсек урларда. Халклар арасы хем дүйнада. Поддержки проходят и в Гагаузии. Анатолий Евгеньевич Карпов келді Молдова девлетіне кешірме бір кач сеанс бірден партиялары. Молдовың Бельцы, Унгены, Кишинев хем Комрат касабаларында. Анна Алтыева, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Хаберлер. Хава дурму илерледер кольверми.
Орака имбернде Гагаузияда бекилендер аз булутлуу хава. Солунемни күрөжөк 72%. Атмосфера баскысы 754 мм, дириш фадрийне көре. Плюзгари сийже күйлен тарафындан 7 метр секунда. Солун температурасы кумратта гейжа бекилендер 21 градус, гүндүз 31 градус сыжак. Чадырда гейжа хавайсына жек 20 градус адан, гүндүз термометрын шынна аркалка жек 31 градуса кадар. Валканешта гейжа 21 градус, гүндүз бекленлер 31 градус сыжак. Бөлөдү хепси хабарлар бүгүнкү күнө калын салыжакланды.